заехал специально в супермаркет с учетом новостей в определенных соцсетях о ажиотажном спросе, о дефиците товаров. Дефицита нет, полки полные, ажиотажа тоже нет. Поэтому, дорогие нижегородцы, просьба не реагировать на фейковые сведения в соцсетях и в других информационных источниках. У нас полностью сформированы запасы, продуктов хватает, цены под контролем, повышения тоже не допустим.